ваши аплодисменты. По поводу соло, ну, мне сложно вообще обычно говорить, объяснять это, потому что с одной стороны объясняю, чем я пользуюсь и так далее, но когда в реальности играется соло, я не могу сказать, что я думаю так, что ага, сейчас я сыграю вот эту секстоль, ага, я тут сыграю вот эту фигуру. Это обычно очень интуитивный процесс, то есть вы слышите, что играет ансамбль, вы реагируете на это, ну или решаете не реагировать и играете свое. Поэтому реальное соло импровизационное – это не набор заранее построенных каких-то шагов, а скорее это как калейдоскоп, то есть вот эта штука крутится, у вас там стекляшки, это ваши наработанные как бы кусочки, и вот как она ляжет в этот момент, так и получается. Просто важно, если все эти как бы стекляшки хорошо сделаны, то получается в любых комбинациях хорошо. И, конечно, вы просто, ну, как бы главную линию, что ли, проводите, но не думайте о каждом слове. Вот как я сейчас когда говорю, я строю фразы, я не выбираю каждый раз какую-то конструкцию грамматическую, иначе вы замучаетесь слушать, а я замучаюсь говорить. Такой массивный флэм, сравним с этим, с флэм-акцентом. Нормально, но как бы так особенно восторга обычно не вызывает. Эта фигура вызывает. Особенно она хороший эффект имеет, когда вы смещаете ее, то есть играете ее в 16-х нотах по 3. Считать 7 на 4 28, то есть 4 раза у вас получается фигура по 7 нот, и дальше вы доигрываете 4 ноты. Это то, что я сейчас буквально сделал. К чему это надо? Вот эти все шаблоны позволяют вам играть импровизационно, потому что вы, конечно, можете выучить соло какое-то, но выученное слышно всегда. Вот, а импровизационно оно возникает в самый последний момент. И вот чтобы в этот последний момент вы были готовы, у вас должны быть разные варианты, и они все должны хорошо работать. Значит, рассказал про фигуру эту Тони Вильямса. Еще хочу показать, как она может работать. Ну, я, собственно, отчасти показал. Она хорошо работает с тарелкой Райт. Получается вот такое движение. Оно выглядит красиво, опять-таки. Конечно, не только с тарелкой Райт. С вашей любимой чайной она может тоже работать. Но я пока ограничусь этим. Это правая фигура, которая приходит на правую руку, и левая фигура, но тут мы выходим в зону, как бы, которую Николай очень часто играет эти фигуры, с ним сравняться сложно, но я попробую. И вы можете играть вопрос-ответ, вот это мне больше всего нравится, то есть вы задаете тему с правой стороны, отвечаете на нее с левой стороны, сам с собой. Диалог, это всегда интересно слушать.
не предлагаю делать, то есть выучить эту штуку и на всех, как мы обычно делаем, мы выучиваем какую-то штуку, и на ближайшем концерте мы начинаем ее в качестве брейка играть во всех песнях, во всех темпах, и, естественно, она не очень хорошо обычно звучит. Дайте ей прийти к норме, то есть если вы учите что-то новое, еще такой один совет, не играйте сегодня же вечером это на там джеме или там на концерте, то есть, скорее всего, это будет не очень хорошо звучать. Я очень люблю играть, слишком люблю играть. Векл, у которого мне посчастливилось брать уроки, он обратил внимание, что я эту фигуру слишком люблю. Но я ее на время разлюбил, но потом полюбил опять, потому что это, видимо, что-то уже в ДНК. Вот фигура, которую играет Дэвид Гарибальди, и которую взял у него, между прочим, Векл, думаю, может, ревнует. Вот она. Парадидл. Создает очень такой взрывной эффект. Вы можете использовать разные тембры. Я сыграю сначала на малом барабане, как обычно. Вы можете использовать вместо барабана хай-хет, и тогда получается...